А я теперь в Нью-Йорке. Совершенно неожиданно. Каток. Прогулка по Нью-Йорку. Прям накрывают здание огромное. Скоро буду on top of the rock в Рокфеллер-центре. Централ парк в Нью-Йорке, все постоянно бегают, занимаются спортом, ездят на великах. Вдохновили они меня, я тоже решила. Очень странный памятник списку покупок в супермаркете. Короче, тут дофига всяких хот-догов, как в фильмах там из 90-х, и как у нас было. Интересно, оно вообще как? Решили попробовать вот там. Прикольный хот-дог. Вот здесь желатанский перцем. Я немного жалею. Много калорий там было. Вот. Ну, в принципе, ничего.
and they're smart asses than I am. And welcome to One World Observatory. Живой. И все столпились возле его задницы и туда смотрят. И трогают его за яйца. Места для того, чтобы растянуть ноги. Да, я понял.